Специально к 200-летию со дня рождения нашего земляка писателя Дмитрия Григоровича в Ульяновске выпустили коллекционный конверт. В правом верхнем углу конверта изображена оригинальная марка с портретом Дмитрия Васильевича. Рядом книга и чернильница с пером. Объем достаточно приличный, 500 000 штук, в общем, конверт. И учитывая, что творчество писателя – это не только достояние нашей Ульяновской земли, Симбирской земли, достояние всей России, поэтому данный конверт поступит в продажу во всех регионах России. Конверт представили в публике в зале Дворянского собрания. Конечно же, всем присутствующим напомнили о творчестве Дмитрия Васильевича. Дмитрий Григорович – русский писатель, беллетрист, чье имя неразрывно связано с периодом укрепления позиции реализма в русской литературе. Автор пронзительной повести «Гуттаперчевый мальчик», рассказа «Светлое Христово воскресенье» и других не менее ярких произведений. Недавно стало известно, что Григорович творил еще в одном редком жанре. Но совершенно недавно выяснилось, что он был и не просто географом, он был представителем редчайшего для России литературного жанра писателя-травелога. Писателя, который очень много путешествовал и оставил для нас 10-томное собрание сочинений и о географии России, о географии Земли, о том, как живут народы в Европе. На презентации торжественно погасили первый конверт. Также специально для церемонии изготовили штемпель. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.